Так, ну шо вы? Шо вы хотите, кринж-обзор на AirPods? Ну, без проблем, я это устрою. Так, шо тут такое? Это у нас Apple, так скажем, получается. Яблоко, кто не знал, с перемеси. Яблоко переводится, поняли? Apple. Да. Так, что тут дальше? Дальше тут пленка. Пленка не знаю как. На английском, так что ладно. Все, пленки уже нету. Что тут дальше? Дальше остается только открыть, получается. Ну, получается так. Так, а одной рукой как это сделать? Ага. Хорошо, а если правой? А если так? Что ж вы все переворачиваете? Так, ладно. Короче, открою сам. Оп, все. Смотрим. Так, оп, все. Смотрим. Опа. Это глаз, так скажем. Стекло переводится. Но это не стекло, это пластик. Understand? C пластик. Разумеете? C пластик. Так. Ага. C 3.5 разъем, так скажем. Так. Дальше что? Дальше ничего. Так. Продолжаем. Опа. Так. Так. Ну и все. Момент истины. Опа. Опа-па. Опа. Ну что, поехали? Хлопцы, поехали. Опа. Опа. Так, ну все. Че, блин? Еще вам показывать. Вот, наушник. Все. Вы что, никогда такого не видели? R. Знаете, как переводится? Это right. Правое. А L это left. Вы-то вообще пещерные люди. Все, теперь я вас просветил. Это что? Все, это я могу вам оставить. Отослать кому-то. Короче, все.